have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, и этот уровень у нас уже пройден, я сейчас вам быстренько продемонстрирую, как это все получилось, потом мы с вами пойдем дальше. Делаем вот так, 4 рипера, они разбираются с мелочью, вот этого мы сразу берем под контроль. Нам нужны вот эти вот деревья как защита, потому что наша проблема была в том, что зевсы к нам подходят, и они в нас стреляют. Если мы стоим здесь, то зевсы вроде как... Блин, там еще баллиста живая. Ну, я сейчас говорю, я не буду сейчас доходить прям до выигрыша. Она в меня сейчас не стреляет. Ну, йоу! Вот я тоже так разочарован. Но в любом случае у нас защита от выстрелов есть. Зевсы идут? Идут. И мы начинаем фигачить. Мы забрали управляющего баллистой. Вроде как она не должна теперь работать. Это получилось, если что, не с первого раза. Так что не факт, что сейчас опять получится. Вот, они по мне стреляют, вот этого не должно происходить. Иди сюда. Вставай. Зевсы тоже довольно прочные ребята. Кто еще остался? Еще одна баллиста осталась, что ли? Вот, собственно, да. Иди сюда, я тебя на гирляндочку подвешу. Иди, подходи, дружище, не стесняйся. Да, победа. Только таким образом я смог здесь победить. Просто идем дальше. Вот это. Да. Я здесь еще... Кстати, неплохая страта, но нам не хватает дэмэджа. Я могу тут одного рипера поставить. И несколько вампиров для отвлечения внимания, и даже одного вот скелетика. Ударь их! И этих ударь! Нет, не хватает. Буквально чуть-чуть не хватает. Я думаю, если замакрить смерть, проблема в другом, что я тут в окружении, я нигде не могу на другое место поставить. Да, это происходит слишком быстро. Их просто оп и ваншотнули, и все. Слушайте, ведь эта тема, погодите. Ставя персонажей внутри, я даю им бонус, потому что они все копейщики. Мне нужно поставить персонажей поближе к ним.
немножко спорное решение. Нет, решение правильное, но только частично. Мне нужно вот так, наверное. И вот так. И теперь, чтобы они испугались, чтобы у нас было больше пространства для маневра. Попробуем. Вот, я думаю, вот так мы все сделаем. Потому что по одному они к нам и близко не подойдут. Мы их всех разогнали. И сейчас будем потихонечку добивать. Все, отлично. Я думаю, это хорошее решение. Там скелет гоняет их до сих пор. Он его убил? Он его убил, он еще и живой. А! Разлетелся. Чувак испугался, просто свалил к черту. А, меч в подмышку. Неплохо, хорошее средство победы. Че, делаем то же самое? Раз, два, три. Скелеты по кругу гори. Ну, если это работает, то почему бы нет? Ярлы! Вы не офигели? Они кидаются прямо внутрь, мне это не надо. Попробуем вот так. Так, сорт-фроуэр остались живые, это хорошо. Не подходите, может быть. Смотрите на этого ежика. Он меня убил сейчас. А он меня и убил. Блин, острота была годная. Погоди. Мне нужно еще 1000 где-то отвоевать. 1000. Мне нужен еще один метатель. Еще один. Я думаю, он бы нам решил проблему. Ой-ё, да-да-да, ой-ё. Так, у нас 4 метателя, хорошо. Да, это склонило чашу весов в нашу сторону. Дополнительный метатель прям хорошо пошел. Так, у нас берсерки, лодки. Блин, ледяные лучники, это не очень хорошо. Вот ледяные лучники прям фигово. Давайте, может быть, вот так. И прям вот так. Чтобы чуваки лодки кинули, да. В смысле у вас лодка осталась живая? Вы чё, вы нормальные вообще?
Давайте, ребят, выиграйте! Есть. Отлично. Сработало. Я эту карту начинаю недолюбливать потихонечку. Так, у них есть петарды, у них куча монахов, у них еще и король макака, чтоб его. Петарды. Еще и ниндзя. И лучников просто 100-500 человек. Я начинаю подозревать, что это хороший план. Давайте просто посмотрим, что творится. Меня больше всего пока что напрягает король, но, возможно, мы сможем его улететь отсюда. Я монахов могу хватать? У меня жизни уходят, если что, да. Зачем? Ты так сразу с собой... У меня очень высокий юнит. Вот в чем проблема. Давайте лезьте ко мне, начинайте мешаться друг другу там. Улетел, нет. Погодите. Нет, мне кажется, эта позиция тоже не очень выгодная. Давайте опять сюда. Пусть они придут сюда, а потом я перееду туда. Нет! Меня вытолкнуло. Я уже начинаю просто сразу искать читерские тактики, потому что, ну блин, я знаю, что ничего хорошего из этого не получится. Давайте одного сюда, одного сюда. И, ну да, кем-то одним надо будет прятаться, наверное, вот здесь. Вон чуваки живые пока что. Пока что, но это ненадолго. Да, он первого взорвали. Они долго держатся, кстати. Второго взорвали. Хорошо, они идут ко мне. Посмотрим, сколько их. Хоу-хоу-хоу. Их дофига. Их прям дофига. Я их не бью случайно? Кстати, короля-то я выкинул. Главное не упасть сейчас.
А, я выхватил кого-то. Нет! Ой, я их так бью, кстати. Идите отсюда, идите отсюда! Погуляйте, ребятки! Да! Читерские тактики. Читерские тактики 2022 работают. А, так, художник... Ой, блин, там стрелки, и стрелков просто 100-500 человек. У меня 8000. Ну, как бы, наверное, как обычно. Раз, два. Куда-нибудь сюда три. И... Да. Стоим, прячемся. Блин, они слишком широко обходят. Ай! Они слишком широко обходят. Так, хорошо. Нет, 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 нормально. Ну, типа, вот вообще нормально. 8 тысяч. Мы заплатили первую цену. Да, дорого. Но они теперь долго будут перезаряжаться. Все, доходите, ребят. Теперь вы должны дойти и их грохнуть нафиг. Это выигрыш. Да. Или крутые юниты, или массово мелкие юниты. С королевой. С королевой так-то ее. Мы делаем все то же самое. Не, эти крутые юниты, они слишком хороши, они просто... Хотя... Хотя... Нет, нет, нет. Нас не хватает. Так, а что если... Подавление! Suppression! Это было, кстати, не самым плохим вариантом. А что если... Я понял, тут смерть сыграл против меня, кстати. Да, давайте. Ха-ха-ха.
Засасывает насмерть Хэллоуин пати. Я прошел? Да. Хэллоуин пати прошли. Симуляции и Wild West. Пойдемте глянем на симуляции. Интересно, что тут? Мост. А, и мне доступны все войска из всех войск. Ну, что я вам скажу, ребят? Во-первых, вот так. Я не знаю, как это хорошо будет работать или не очень. Во-вторых, наверное, вот так. Вот так. А чё? А почему так быстро мамонт слился? Хватило и слонов. То есть я там еще копьеметчиков добавил, но на самом деле вполне хватило и слонов. Это чуваки, которые отбивают снаряды, и там стрелки. И не так много денег, кстати. Да, я же совсем забыл, что у меня есть... в смысле, которых нету. Тайное оружие. Меня убили эти ребята, кстати. 500. Кого я могу хорошего на 500 взять? Хиллера? Кстати. Но хиллер, наверное, не успеет подойти. Я не знаю, с какой силой, с какой скоростью... Да! Этого хватило. Блин, какой-то сатаняка лютый. Этого хватило. В общем, да, тайные персонажи, которых я так и не нашел, так и не прокачал. Это надо было, наверное, сделать. My bad. Так, где у нас... Я хочу, наверное, Рипера сюда. И на 1000 можно вот такого чувачка. Блондербасов я смогу? Да, смогу. Блин, там эти ниндзюки! Меча убили? Серьезно? Пришлось взять победу в свои руки. Что поделать? Так, так, так. Гарпунщики. Ой, блин, там опять этих стрелков просто 100-500 человек. Можно просто хороших лучников поставить? Зачем вы подходите? Да, это немножко так не работает. Кстати, а почему нет? Они будут подходить, я их буду притягивать. У всех все хорошо.
Блин, монахи слишком крепкие, ребята. Так не годится. А что если... Притащили ярла, довольны? А, блин, он последний остался. Нет. Так тоже не годится. Нужно какую-то хорошую комбу. Вот куда ты идешь? Вот куда ты идешь? Нет, они слишком долго замораживают. Где у нас были эти ребята? Так тоже не пойдет. Нам нужно что-то. Нам нужно что-то. О, а почему бы, кстати, где оно там было? Quick draw. Нет, это не то. А, 1600 стоит. А, и одного ярла, да? Где он там был? О, хорошо, хорошо, по всем стрелкам. Вы что, его скинули, что ли? Вы придурки? Отбивайся! Они ему сейчас морду начистят. Нет! Может, не ярла, может... Я даже не знаю кого. Так, вас, ребят, нужно не по сторонам ставить, вас нужно ставить вместе, чтобы сбоку никто... Да. Ничего, почему бы и нет? Ниндзя дает хороший урон. Если бы мы еще попадали по-человечески, да? Нормально, по-моему, затащили. Фух, вот это было прям неплохо. Да, тут челленджево, я не поспорю. Три рыцаря, король, хиллеры, скелеты, метатель, три ниндзя. Ну, в принципе, это тоже затаскивается каким-нибудь образом. Но как это делается, мы с вами увидим уже в следующей серии. Потому что на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, добра. Всем оладушек и всем покеда.